64-битный берем. 64-битный, потому что 32 это для старых компьютеров. И вот здесь в Solid Squad есть, как его ставить. Сначала вот скопируйте папку maple-ln-flexnet-server, говорит, на компьютер, да? Попробуем тут распаковать. Так, сейчас его распакуем, да? И вот эта папка у нас появилась, да? Запустить администратором сервер install.bat. Все, да? Так, дальше. Установите Maple 2019 Win64, да? Я согласен. Так, что он говорит? Сингл сервер, оказывается, а? Сингл сервер, дальше. Лицензия сервер. Localhost. И порт number. Number, вот этот порт. На Maple можно делать домашку по алгебре тоже. Так, enable вот это, и check вот это, убираем галочки, говорит, да? Убираем. И установите, говорит, да? Так. Два раза что-то не повторили. Так. Вот это, говорит, убрать после этого, да? Так. Next. Нет. Вы посмотрели видео, которое я отправил? Ну, я смотрю, да. Ну, там через Maple можно график сделать и так далее. Нам его вот эта возможность нужна. А также можно решать математические эти упражнения. Вы на автокаде работаете? Вначале задачу на автокаде объясняю, потом дальше в Maple решаю, а? Очень низкий звук, оказывается. Еле слышно. Старый, кажется, да? Видеоролик? Да, это на старом компьютере, который когда спину сломал, вот тогда покупал этот компьютер. Это же его ребята покупали, и они... Ну, не для себя покупали. Звук слабый в нем. Как у вас спина? Не болит? Нет, уже не болит. Когда вот для себя берете, все же смотрите. Прежде чем программировать, математические вопросы лучше на Maple сначала обработать. Формулы здесь можно упростить, а потом скинуть в программу. Понятно? Ясно. Вот с этой точки зрения это полезная программа. Вот, допустим, программирование очень тесно связано, да? С математикой, да. Но математику нужно представлять не так, как в школе, где много значков, цифр писали, да? А вот через вот такие программы, как Maple, сами математические действия упрощаются. А просто надо уметь давать команды на их выполнение. Понимать.
Ну, это вот для математики то же самое, как логарифм для алгоритмов. А? Понятно? Сильно упрощает математику вот этот MAPLE. Кстати, с Мейкерса один парень пришел. Угу. Занимаетесь с ним. Феймус, да? Нет, он где-то через месяц придет. Нет, имя, говорю, Феймус. А? Имя Феймус. А. Феймус. Когда придет, значит... Феймов переводится как Фахридин. Фахридина можно перевести как Феймов, да? Вот переименуем. Фахридина. Фахридина. Пусть не день Сонун будет. Сонун. Сонунбек. А знаете, почему у казахов такие имена, оказывается, ставили? Когда там же жестко давили в Казахстане. Здесь не так жестко, оказывается. И они мусульманские имена скрывали на это аналогичный перевод на казахском. Или сокращенно, допустим, Ибраим на Абай. Мухаммед на Мухан. Перевели, да? Да, чтобы это, ну, чтобы их не давили жестко. Там же очень жестко было. Коммунисты даже на имя, да, придирались? В первую очередь на имя, да? Это там, в Казахстане. А у нас уже к именам они... У нас же было вооруженное сопротивление, а у них не было вооруженного сопротивления. Поэтому у них и имена тоже отобрали. Если бы у нас не было басмачей, у нас бы тоже имена все поменяли бы. Балтовая им стали бы все. Тишевая. Благодаря басмачам хотя бы имена у нас сохранили, да? Я сейчас вот это видео вам на почту скину, хорошо? Или на почту, а? Не на YouTube. Хорошо. Угу. Установка отдельно, использование отдельно у нас будет, а? Или, в принципе, установка понятна, да? Или все-таки на видео посмотреть надо, а? Да. Понятно, да, или надо посмотреть, да? Надо посмотреть. Да. Ага. Просто если еще в дальнейшем надо будет, будем спрашивать. Сразу видео. Да, MAPLE мы часто будем использовать в программе. Во многих местах. Тогда тем более. Там, где математические вопросы возникают. Uh-huh. Вот, например, как управлять
этим роботом-манипулятором, которого сами сделали, да? То есть, как поворот мотора двигает конец инструмента, а? Через Maple считать надо. Понятно? И потом в Maple все формулы приготовить, программу забить. Получается, можно наоборот, чтобы конец инструмента пришел туда, мотор на сколько должен поворачиваться, а? Каждый мотор. Ясно? Да, телефон. Алло, салам алейкум. Алхамдулла, жакшы рахмат. Кандай сезиңиз? Жок, өзү кайра жеңилди, бутка ошол жеңилдик берди. Бүтүн акырындан уже бүгүн жумага барайын деп атам. Болбо жума, э? Жума жокпу азыр, э? Так. Не знаю, наверное, патрульки не запретили еще. Хорошо, так. Теперь вот установилось, да? Так, теперь перезапишите вот эту папку, говорит. А вот с этими, да? Копируем. Program Files Maple 2019, да, вставляем. Заменить в папке назначения, да? Так, Enjoy, наслаждайтесь, да? Так. Может, я под другим именем запишу в YouTube, да? Не установка Maple, а вот что-то другое напишу, хорошо? Тогда они не сразу поймут, что это такое. Так, все, программа запустилась. Программа, говорю, установилась. Так, лицензия через 1706 дней закончится, говорит. Это сколько лет? Через, если 360, да, где-то через 5 лет закончится. Через 5 лет надо будет переустановить. Так. Все, сейчас вот это видео я закрываю. И...